Ну и что, пришло время прощаться. Вот этот удар Сейду Думбия со всей силы пробивал. Ну, сдержи немножко ногу. Может быть, под перекладину попал. А теперь Позрянова. В первом тайме не получилось. Момент был хороший. Не дотянулись до мяча. Ведь играли два лучших бомбардира чемпионата лиги. 27 у Думбия, 21 у Киржакова. И вот здесь пас от Аршавина Киржакова. Киржаков головой на ход Быстрова. И тот в падении забивает. Красивый гол. 1-0. Еще раз смотрим. Великолепный гол, красивый гол. Ну, это так, любя, да. О, немножко. Так они шутят, да. У них такие шутки. Это пас вперед Киржакову. Ну, мы здесь вот разошлись во мнениях, но, скорее всего, судья был прав. Все-таки мяч уже Киржаков упустил. С мячом уже был Акинфеев. По штрафную. В этом эпизоде Нецит выталкивает мяч из-под ноги. Тот проходит рядом со штангой. А это пас Киржакова из глубины. Обыгрывает Шембераса. И пас. И здесь Аршавин в прыжке. Да так точно, что Акинфеев даже не среагировал. Видимо, не ожидал, куда пробьет Аршавин. Вот и ошибка Шембераса. И 2-0. А, Анюков делает пас. Великолепный пас Анюков делает Киржакову. А Киржаков прекрасно обыгрывает Шембераса и делает голевую передачу. Ну, а здесь индивидуальное мастерство Андрея Аршавина. 2-0. Ну, можно сказать, победа на классе, между прочим. И именно вот таких классных ходов не хватило ЦСКА. Итак, Михаил Поленов и Геннадий Орлов. Всего вам доброго. До новых встреч.